3 апреля 2021 год. Нахожусь на Соколиной горе. Пошел за водой. Родник. Здоровье. Вот у нас Соколиная гора. Снег уже сошел тут вот, где на солнышке. Это вот у нас река Миас. Вода поднялась чуть-чуть. Вот я вижу, камень вот стоит. Более затоплен. Сейчас пойду пройдусь немножко, покажу вам красоты родного края, красоты Южного Урала. Как бы вот так вот. Снег вот еще есть немножко кое-где. Но вот такая вот красота. Солнышка нету и погоды нету.